Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Екатерина Дроздова. Я мама мальчика Паши, который в свои 13 лет погиб из-за халатности саратовских властей. Трагедия произошла 23 января 2021 года в Саратове, когда он вышел во двор погулять с другом. Им на голову с крыши многоэтажного дома, многоэтажки, упала глыба льда. Пашиному другу повезло. Он не пострадал. Мой сын погиб. Следственный комитет завел дело. Ни администрация, ни управляющая компания не были привлечены к ответственности за гибель ребенка. Виноватой в итоге объявили пожилую женщину, владелицу квартиры. 3 месяца шли экспертизы. Никто не звонил и не сообщал ни о ходе следствия. Владельцы балкона, где якобы незаконно был установлен козырек, с которого сорвалась глыба, его демонтировали еще до результатов экспертизы. Это не первый такой случай, когда люди, дети гибнут и получают травмы из-за бездействия надзорных органов администрации. В Саратове не администрации районов, не управляющие компании, не госинспекция не следят за состоянием крыши после снегопадов. Не принуждают собственников к демонтажу незаконных конструкций. Пренебрегают своими обязанностями. Рейды проводят для галочки. Зачастую после несчастных случаев или внимания журналистов все это приводит к печальным последствиям. А виновными объявляются, как в моем случае, собственники жилья. Но разве не задача чиновников и проверяющих следить и не допускать трагедий? Почему нельзя в летнее время проверять и демонтировать опасные и незаконные козырьки на крышах и балконах? Сколько еще детей должно погибнуть, чтобы ситуацию поменять? Уважаемый Владимир Владимирович, моего Пашу уже не вернуть. Прошу вас разобраться в случившемся и дать поручение изменить законодательство, чтобы администрация, управляющие компании, надзорные органы чувствовали свою ответственность за то, что происходит в нашем городе.